Тропический шторм Фред вышел на сушу на северо-западном побережье Флориды, принеся с собой сильные ветры и мощные ливни, которые вызвали опасные штормовые нагоны, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами. Шторм вышел на берег в районе мыса Сан-Блас, к юго-востоку от Панама-Сити, сообщил центр, и двинулся на север со скоростью 14 км в час. При этом скорость ветра внутри урагана достигала 97 км в час. Ожидается, что Фред принесет от 10 до 20 сантиметров осадков на северо-запад Флориды, а в отдельных местах может выпасть до 30 сантиметров осадков. Ливни могут привести к наводнениям с возможным быстрым подъемом рек, предупредили в центре. В некоторых районах побережья высота штормового нагона может достигать 90-150 сантиметров. При этом высоты в 60 сантиметров может быть достаточно, чтобы вода унесла автомобиль. Lots of flooding here in Southport, Florida. From inland rainfall, heavy rainfall from tropical storm Fred. Multiple cars